Всем гостям и зрителям моего канала добрый вечер с нашего Туманного Альбиона. И сегодня я буду готовить очень простое, но вкусное блюдо. Одно из английских блюд. Это называется jacket potato, то есть это называется картофель, запеченный в духовочке с наполнителем. Что у нас будет для наполнителя? Тунец, кукуруза и любой соус. У меня бегут вот такой соус с синим, называется blue cheese dressing. Вы можете добавлять майонез, что у вас есть, чтобы сделать вкусный соус, наполнитель для нашего картофеля. Соль понадобится, перец. Значит, что мы делаем? Картофель я помыла. В нескольких местах немножечко проткну его, не полностью, слегка. И поставлю в духовку запекаться где-то примерно час-20. А затем, моя хорошая, я покажу, что мы будем делать. Не прощаюсь с вами. Картофель готов. Он у меня запекался в духовочке 1 час 20 минут. И сейчас мы будем с вами готовить наполнитель. Теперь следующий этап. Готовим наполнитель для нашего картофеля. У меня тунец подсоленной водички, которую я слила. Выкладываем тунец. Дальше идет кукуруза. 2 столовых ложки кукурузы. Затем перец по вкусу, кто любит больше, кто меньше. Также соль по вкусу. И вот такой у меня соус. Если вам нравится с майонезом или может даже с обезжиренным йогуртом, вот такой у меня соус. Я буду его, по-моему, добавлю. Обычно я добавляю 2, но сегодня, так как картофель большой, я добавлю 3 вот таких вот столовых ложечки. Сейчас, кошечки, они тоже голодные, буду моих девочек кормить. Сейчас, мои родные, сейчас мамочка освободится. Вот так, еще немножечко добавлю перца. Соус, то есть наполнитель у нас готов. Теперь мы будем разрезать картофель. Я вам покажу, как мы будем его резать. Что мы делаем? Не полностью. Мы делаем, разрезаем вдоль, но не до конца. И поперек картофель. Так, делаем как бы такой крестик. Правда, картофель у меня очень горячий, только что с духовочки. И слегка вот так вот берем и приплюсниваем его. Вот так, вы видите, чтобы вся серединка вышла. Вот делаем как бы такой цветочек, розочку. Теперь, моя хорошая, этой же ложечкой я буду наполнять наш картофель этим вкусным. Наполнителем, который мы приготовили. Вот так, моя хорошая. Кто любит маслечко, пожалуйста, на здоровье. Вы можете добавить, я этого не делаю. Ну что, моя хорошая, теперь наполняем. Да, совсем забыла сказать. Вот этот рецепт, наполнитель, я сделала на 2 человека. Вот я сейчас наполняю 1 картофель. И это у меня останется на 2. И еще вот такое вкусное блюдо у нас получилось. Хочу заметить, что это традициональное английское блюдо. Есть еще один вариант. Jacket potato, то есть картофель, запеченный в духовке. Но уже у нас идет начиночка. Это консервированная фасоль в томатном соусе. Но мы это уже сделаем на следующий раз. Я хочу показать вам, как этот картофель, фаршированный тунцом, выглядит внутри. Все очень пропеченное, сочное. Посмотрите, картофель мягенький. Готовьте и радуйтесь своих родных и близких.
Всем желаю приятного аппетита, самых вкусных, веселых и счастливых выходных. С вами была Светлана. Пока-пока. Bye-bye.